Я признаю, что тут все в беспорядке, но зато все ваше, повелитель. Это кристаллы тьмы, кристаллизовавшиеся темные энергии. Они очень могущественны и очень редки, повелитель. Они могут вам пригодиться. Эта пещера будет вашими личными покоями, повелитель. В кругах черных повелителей принято заводить себе госпожу, или даже нескольких. Будьте внимательны, чтобы не пропустить подходящую кандидатуру. Но знаете, чтобы жилище смотрелось наряднее, уборкой она еще может заниматься. Сам-то я к уборке не особо расположен. Это магическая комната, повелитель. Собирая колдовские камни и катализаторы, вы можете расширить свои возможности в магии. Магия — это чистый вид насилия. Удобно. Оружие не тупится, доспехи не пачкаются в крови и мозгах. Если по пути вам попадутся катализаторы, обязательно их подберите. Для таких больших артефактов они удивительно легко теряются. Теперь вы знаете, как сильны ваши заклятия и что нужно, чтобы сделать их лучше. Чтобы сделать вас сильнее, можно использовать катализаторы. У вас недостаточно катализаторов, повелитель. Улучшение заклятия – процесс необратимый. Принимайте решение обдуманно, чтобы потом не злиться и не пинать меня. Восседая на троне, вы можете узнать все новости из своих владений, повелитель. Приветствуем! Повелитель! Законы природы здесь, в ином мире, весьма гибкие. Не наступайте на камень, повелитель.
Это довольно безопасно. А, то есть абсолютно безопасно. Отсюда вы можете попасть в другие области иного мира. Это Гиблет, наш главный инженер. Он руководит строительством новой темной башни. Это Смертис. Он присматривает за тем, как в плотине рождаются и умирают прихвостни. Смело ступайте на парящий камень, повелитель. Приветствую, повелитель. Добро пожаловать в основание иного мира. Здесь вы можете заказать постройку больших конструкций. Гиблет очень выносливый. Он служит повелителем почти столько же, сколько я. Кузня. Тут можно ковать оружие и доспехи. Только для этого нужны красные прихвости. Прихвостень Гиблет готов выполнить приказ. Есть приказы для Гиблета, хозяин. Что мне для вас выковать, хозяин? Живу, чтобы строить для хозяина. Они сейчас маленькие, но потом могут быть большими, очень большими. Если... Считается, что именно в этой норе родился первый прихвостень. Тот, кто выбрался на поверхность, чтобы служить самому первому повелителю. После того, как мы потеряли последнего хозяина, а великий катаклизм опустошил старые земли, нам пришлось удалиться сюда. Мы выжидали, не прекращая поисков нового бастиона зла. Смерти служит здесь управляющим. То есть делай так, чтобы ваши приказы исполнялись. Он командует новыми прихвостями, следит за душами умерших, чтобы их новое тело не оказалось ломаным. Работы хватает. Прихвостни! Мы живем, мы служим, мы умираем. Таковым и есть, и таковыми будем вечно. Казармы! Место рождения. Вы поставляете жизненную силу, я поставляю прихвости. В казармах прихвости живут, когда они сеют хаос под вашим началом, повелитель. Здесь мы храним логово, позволяющее вызывать прихвости. Увы, во время бегства три логова были утрачены. Нам удалось сохранить только то, что принадлежит бурам. Думаю, стоит их навестить.
повелителю. Сили исчезли. Это влажное местечко приготовлено для синих. Их зависимость от магии привела к тому, что без повелителя они очень тосковали и предпочли отправиться к ближайшему водоему. Они странны, не представляю, что с ними стало. Хозяин идет. Хозяин. Повелитель. Вы видите мертвых прихвостней, повелитель? Это кладбище. В храме можно встретиться с недавно погибшими прихвостнями и воскресить тех, кому вы успели привязаться. Но у жизни есть цена. Жизнь за смерть. Смерть за жизнь. Ты прав, Смертис. Чтобы воскресить павшего прихвостня, придется принести в жертву прихвостней того же цвета. До встречи, по красным. Они помогали ему жарить крыс на лезвии косы. Их увели за собой блуждающие изгустки. Надеюсь, красные осели где-нибудь у ближайшего вулкана. Зеленые ушли. Зеленые прихвостни пропали во время нашего бегства. Наверное, унюхали какую-нибудь вонищу и отбились от основной группы. Они же у нас такие невидимые. Моргнуть не успеешь, а их уже нет. Владельцы поговаривают, что зеленые поселились на тропическом острове. Вам предстоит найти еще много предметов, делающих прихвостней сильнее, повелитель.
признаю, что тут все в беспорядке, но зато все... Простите за беспокойство, но ваш визит в Нордберг не остался незамеченным. Имперцы собираются прокопать нору в иной мир. Я бежал, чтобы вам сообщить. Я подумал, что, разобравшись с Кривием, вы, возможно, пожелаете меня наградить, например, сделать меня мэром Нордберга. Ну, хотя бы на те дни, когда вам не жалко. По воскресеньям, скажем. Или по вечерам воскресенья. Благодарю. Не терпится приступить к выполнению моих, то есть наших обязанностей. Нельзя допустить, чтобы Империя снова захватила Нордберг. Они еще решат, что имеют на него право. Нужно разыскать наших красных в убежище, чтобы пройти сквозь огонь. Вызов и покорить Нордберг. Владычество над миром не приходит без труда. Ситуация непростая. Нельзя допустить, чтобы железнолобые прорыли путь в наше темное царство. Нужно вернуть красных прихвостей из убежища и убрать огненные преграды. Не думаешь это укрыться в нашем убежище? Но... А, что это было? Солдаты? Кажется, я слышал ворчание рассерженного барсука. Огонь! Отступаем в убежище! Осколок иного мира. Вон там явно отзывается на вашу ауру тьмы, повелитель. Он может еще полнее раскрыть ваши темные способности. Повелитель!
Думаю, здесь нужен небольшой магический толчок. Вы теле прихвостня повелитель. Как неприлично. Надеюсь, никто этого не видел. Как ни крути, прихвостни очень маленькие. В таком обличии вам будет проще пробраться к дряде.